Яркий светящийся объект в небе оказался Венерой. В Пулковской обсерватории подтвердили, что на видеозаписи одна из планет Солнечной системы. Видеозапись была сделана 6 февраля. Житель Фрунзенского района Виктор Рысков поймал в объектив неожиданно крупный объект. Просто выглянув в окно, увидел это. Из новостей знал, что в этот день над городом можно наблюдать МКС. Решил снять. Звезд на небе не наблюдалось. Очень медленное движение и уж слишком близкое расстояние. Видеозапись попала в социальные сети, в группы, посвященные жизни Фрунзенского района. Пользователи сразу стали делать предположения о том, что же это может быть. Мы, в свою очередь, за консультацией обратились в Пулковскую обсерваторию. Вердикт ученых был однозначен. Позирует Венера. В эти дни в Петербурге стояла ясная и морозная погода. Днем видели редкое явление – гало. Так что земная атмосфера сыграла с наблюдателем оптическую шутку. Контакт с внеземными цивилизациями вновь откладывается.